Г2, или проще, второе поколение. Недавно я обзавелась новыми лошадками, понями. Мне досталась большая пони за 45 рублей, Санденс, солнечный танец или удача. Она грива великолепная, немного из потертости в области ее знака отличия, и также не хватает одного кристаллика, алмазика, ну, на глазу. Вот, и также есть странная точка на лбу. Мне досталось три пони из Макдональдса. Принцесса Сильвер, Свирл, принцесса Серебряный Вихрь. Ее грива в плачевном состоянии, как и ее ноги. Кто-то ее ноги погрыз. Эти лошади умеют двигать головой. Также у меня есть Свитберри, сладкая ягода. Ее голова не очень легко двигается, но грива и хвост в прекрасном состоянии, так же, как и Морнинг Глори, утренней славы. Тоже грива в прекрасном состоянии, и голова движется без помех. В Гэндальфе было 4 вида игрушки, 4 пони, 4 персонажа, 4 личности. Как подтверждает надпись на ногах лошадей, дата выпуска была 1999 год. У меня нету солнечного танца или удачи Санденс. Она была вместе с воздушным шаром. Также у меня нету как раз таки все, что прилагалось к самим поням. Это замок от принцессы, сердечко-коробочка от сладкой ягоды и домик от утренней славы. Также моя пони Санденс удача, которая у меня в большом варианте, ну точнее в обычном, стандартном, должна была идти в наборе до дня рождения в комплекте с Lightheart легким сердцем. Но и этой пони у меня тоже нет. Если вы уже завелись тоже какой-нибудь раритетной лошадкой, вам придется иметь при себе ацетон для уборки странных загрязнений, которые можно брать ацетоном. И две зубные щетки, одну помягче, другую пожестче. Сначала надо намылить и сполоснуть лошадь. Можно намылить и гриву, чтобы как раз таки грива была более потребная. А потом уже можно намылить тело мягкой щеткой, смыть все, а потом уже тереть более жесткой щеткой такие места на теле лошади, которые сложно оттереть. Щетка не повредит лошадь, как и ваши зубы. Хотя, ну да. Потом возьмите мягкое полотенце и волокайте этим пони. Не знаю про существование слова «обволокайте», но я знаю, что это довольно выгодная цена приобрести за такие деньги таких коней. Поэтому не знаю, что из этого следует. Я не знаю, что и вообще следует из этого видео, наверное, только то, что вы научились мыть лошадей. Потому что вы не умели мыть лошадей. Потому что я беру лошадей, а они грязны. И их надо помыть. Их надо разобрать, им надо разобрать гриву. Им надо плойкой обвалять гриву, им надо плойкой гриву выровнять. Им надо, с ними вообще надо такие процедуры провести, чтобы они были в потребном виде. Ну вот. Ладно, эти-то были пони в хорошем состоянии, а вот другая пони была грязная. И Сильвер Свел. Кто грызет ноги лошадям? Ну как так можно? Все, вот так вот. И, в общем-то, потом новый трек у нас будет, поэтому пока что слушайте Дмитрия. И слушайте, я говорю, слушайте, а не просто ничего не делать. Почему там только 6 просмотров? Ну-ка, идите смотреть. Все. Если вам нравится идея обзора старинных лошадей, то кидайте мне ссылки на нормальных продавцов лошадей. Ну, или не на нормальных продавцов лошадей, чтобы были старинные кони. Ну, и давайте как-нибудь я еще сниму.